Здорово, призыватели. Настал тот долгожданный момент, когда мы запишем видео про блядского гомункула. Потому что много слухов, много всякой галимой инфы, много... Да много, чем много разговоров про него, потому что определенные надежды есть на это. Так, ну и начнем с того, что просочилось вместе с обновлением. Это то, что скачалось к нам на наши устройства вместе с текущим кусочком обновления, которое как бы мы по частям качаем. Ну, это логично, это три вида говногомункулов, которые, как они будут выглядеть, вот, собственно, вот так. Это новый босс, это тьма, это огонь, это светлый. Ну-ка. Пока темный прям вообще лидирует, он прям самый жесткий. А это какой? Это тоже темный. Ну хуй с ним, будет два темных, чё. Это желтый, короче, это тоже гомункул сраный. А это типа, я так понимаю, в лаборатории ты можешь крафтить украшения для своего острова, насколько я понимаю. Так, вот здесь, где пирамидки, короче, такие типа небольшие, всякие типа монументы, постаменты, всякие вот эти... Я думаю, что это что-то типа ГП зданий. Ну, типа, там, не знаю, на Акуросе, на, допустим, на Резист, может быть, на что-то еще, не знаю, там... Не знаю, мне кажется, это что-то будет давать, потому что... Ну, они необычно выглядят, короче, я думаю, это не украшение. Я думаю, что это, типа, их качать надо будет каким-то образом. Так, ну, само собой, не без дебильных костюмов на Элию, полная хуйня. И вот, смотрите, картинку. Image, Wish, Result, Icon, Devilmon, легендарный свиток и LD свиток. Это, кто не знает английский, я объясню, это результат награды за желание, то есть, грубо говоря, за рулетку. Я так понимаю, это добавят в рулетку. И, возможно, теперь будет смысл самому крутить рулетку за кристаллы. Не знаю, но посмотрим, как бы загадывать ничего не будем. Потом вот подарочек дальше идет, Special Daily, вот это что такое, я не знаю, это тоже вот Special Daily свитки, Special Daily гомункул. То есть пока не ясно, что это, но определенно что-то новое добавится. То есть хуй пойми, если честно, что это. Но потом дальше идут, видите, Rift of Worlds, это типа, ну, этот портал этот черный. Так, дальше как бы это уже не то, это уже как бы другое идет. Так, теперь перейдем непосредственно к самому обновлению, которое они запостили. Так, самое интересное, что нас здесь интересует, это 4 руны замечательные, которые они добавили. Усиливает силу атаки всех союзников на 7%. Кто-то скажет, что это полная шляпа. Но давайте об этом задумаемся немного. На таких персонажах, как Зик, то есть Сиек, Меган, Бернард Офсет, если получится собрать, это нереально сильная штука на самом деле. На том же Галеоне, да, допустим, для Галеона теперь идеальный рунсет будет Вилл. И вот эта вот руна, боевой дух, это будет, я не знаю, но Battle Spirit по-английски слишком банально будет. Я думаю, они как-то по-другому переведут. Что-то типа там, не знаю, там, ну какой-нибудь Rage или, блядь, ну в принципе Rage уже есть. Battle Rage, но как бы, не знаю, мне кажется, в одно слово как-то назовут. Потом, ну в общем, как бы это крутая руна, 100%. И единственная проблема будет... Выбить крутые вот эти руны. Где их взять, я не знаю. То есть, наверное, их нужно будет крафтить. Но это без вариантов, это крутой сет. И тут как бы спорить нечем. То есть, это намного лучше, чем Shield сет, который полное говно по сравнению вот с этим. Вот это реально крутой сет. И я думаю, он будет играть очень сильно. Так, потом усиляет защиту на 7%. Давайте сначала я, короче, перейду вот к этому, допустим... Повышает точность союзников на 10%, да, руна точность. Вот это, как по мне, не очень. Это ни о чемный сет, это будет что-то типа эндур сета.
То есть он будет не очень актуален, ты будешь его ставить только в случае... Я, наверное, чуть-чуть тише музыку сделаю, потому что... Я как бы рассказываю все, все жалуются на мой уебанский микрофон, которого у меня нет. Кстати, по поводу уебанского микрофона, вот не пиздите. Я подключал к планшету нормальный микрофон, я брал у малого микрофон, который на компе делает нормальный саунд, как бы, и я подключал этот микрофон к планшету, нихуя не изменилось, нихуя, вообще, по нулям. Проблема, как бы, в том, что я пишу с планшета, а не в том, что я, как бы, пишу без микрофона. Да ебаный в рот, что так громко. Так, вот так вот, да, вот так тише. Поэтому, как бы, нехуй пиздеть на мой микрофон, потому что я нормальный микрофон включал, нихуя не помогло. Так, возвращаемся к рунам, руна точность. Я думаю, что эта руна будет говно, и ничего хорошего из нее не выйдет. Руна терпения повышает резист у всех на 10%. Ну, то есть, как бы, пока это выглядит спорно, да, типа, ну, вроде как не очень. Но, с другой стороны, сейчас очень популярна атака ПВП-бомбами, да, через Тиану. И их практически нечем остановить. И, возможно, вот этот сет, он сыграет свою роль. То есть, будет стоять какая-нибудь Рина, да, в трех вот таких вот сетах. Ну и как бы добрый вечер, там у всех 100 резиста, праха лидер, и как бы, ну и ебись оно конем. Теперь переходим к защите, то есть руна решимость. Увеличивает защиту союзников на 7%. И следующая руна увеличивает здоровье союзников на 7%. Но здоровье без вариантов круче, намного, в разы, прям в миллионы раз круче, но... Руна защита, в принципе, возможно, будет актуальна, потому что, ну, допустим, вам упал вообще прям бомбовый, да, там, шестой слот, да, например, и какой-нибудь бомбовый первый слот, да, и вы в деф там хотите поставить на какой-нибудь там, ну, типа, пак, который, как сказать, тянет время, стол деф, типа, это танкопак, который тянет время, в принципе, и потенциала убить практически не имеет, да. И у вас там стоит какая-нибудь праха, да, там и какой-нибудь хладам. И, допустим, вот эта руна на хладаме, она, допустим, будет очень неплоха. То есть, конечно, руна на здоровье лучше, безусловно, но руна на защиту, она тоже будет неплохая. Если, как бы, у вас там какие-то дикие статы, например, там, эта руна процентная на хп, и на ней там 30% дефа. Почему нет? Она... Ну, в общем, ее можно будет использовать, это точно... Не полное говно, как сейчас, например, гвард руны, да, которые мало актуальны, индур руны, которые мало актуальны. То есть эта руна будет гораздо лучше, и это неплохо, но хотелось бы выделить вот очень сильная руна, это усиление здоровья. Это прям, я думаю, это будет пиздец вообще, на самом деле, это будет дико крутая руна, раз. Потом, точнее, ну как бы, если по местам выделять, то есть какая самая крутая, это руна на атаку без вариантов. Она сделает, что нападающие команды станут еще более дисбалансными, и что хуй что задефаешь. Потом на втором месте будет руна по хп, как по мне. И вот на третьем спорно, защита или резист. Тут это уже, когда все это войдет в моду, уже можно будет посмотреть. Но самое говно, это будет руна точности, как по мне, вообще не актуальное дерьмо. Так, что, идем дальше к обновлению. Так, вот пидрильский гомункул, это... Вообще, по поводу самого гомункула, да, я думаю, что это будет новый термос. Сейчас, секундочку, я попью, чтобы быстро у меня горло не село. Я думаю, что это будет новый термос, который точно так же сломает игру, как и сделал этот Теомарс. Так, что из интересного нас интересует? Возможно, просто люди не сталкивались с подобным, и как бы для них не совсем понятно вот это как бы все. В общем, ну и как бы, возможно, я не до конца понимаю, но я расскажу так, как это понимаю я. В общем, ты суммонишь гомункула, монстра, то есть ты его изначально собираешь в рейдах, и ты призываешь этого монстра, изначально он идет в стихии огня, но потом ты можешь его поменять на совершенно другую стихию, и... В зависимости от этого у него будут меняться его способности. Об этом я покажу дальше, потому что у меня есть инфа по поводу скиллов гомункула. И помимо
И в зависимости от стихии скиллы будут отличаться. И помимо этого ты можешь выбирать у гомункула, какие заклинания тебя у него интересуют. То есть, и это будет как ветка талантов. Например, вот ты берешь вот этот огненный мечик, да, от него идет разветвление, вот этот кулак внизу и как бы луч, блядь, победы. И в общем, если ты берешь луч победы, да, то тебе дают медитацию, да, монковскую. А если ты берешь кулак, то тебе нихуя не дают. И круто. Хотя нет, там тоже дают медитацию. Я не совсем понимаю, они не все связаны, эти штуки. В общем, потом на третий скилл там вот тоже на выбор идут. Потом на четвертый скилл идут на выбор. То есть в зависимости от того, какой ты берешь скилл, я так понимаю, открывается другой. И помимо этого, ты еще можешь усиливать заклинания, но об этом мы почитаем на форуме. Так, для начала мы идем дальше и смотрим, что здесь есть. Самое важное, что и нас интересует. Допустим, ты покачал огненного гомункула, да? Качать скиллы, я так понимаю, нужно будет выбивать в данжах всякие ресурсы, да, там в рейдах, например. И за счет этого прокачивать уронные скиллы. Он точно будет дисбалансным, 90% говорю, что этот монстр будет ёбнутым. И его нужно будет собирать и качать, это точно. Но в чем минус? И тут формулировка такая камтуасовская, как обычно эти китаёзы ебучие, все так завуалировали, что хуй пойми, как оно будет на самом деле. Это их фишка, блядь. Это фишка кумтусов. Они напишут, и вроде как ты переводишь, даже, блядь, когда на русском языке, и оно как-то двояко, вот может так, а может не так. Вот они написали, что этого монстра нельзя будет использовать в дефе на ГВ, окей. И они написали и на арене. И прикол в чем? То есть вообще его нельзя использовать на арене или в дефе на арене. И это как бы настолько завуалировано, и у них всегда такая формулировка, блядь, по поводу всего. И то есть мы обсуждали эту тему в гильдии, и то есть кто-то придерживается мнения, что его только в атаку нельзя брать, да? Ой, в смысле, только в защиту нельзя ставить. А кто-то наоборот говорит, что на арене его вообще нельзя юзать. А на реал-тайм арене, то есть это в реальном времени арена, там вообще нельзя юзать гомункула. И то есть, ну непонятно, короче, как это все будет на самом деле. Но я думаю, что его только в защиту нельзя ставить. А в атаку его, думаю, можно будет брать. По крайней мере, на ГВ точно можно. И это уже будет говорить о том, что любые долбоебы наш деф снесут. Так что как-то так. В зависимости от стихии, насколько я понял, у гомункула будут разные скиллы. У меня есть инфа по поводу скиллов. Я, честно, ее еще сам не читал. Я очень быстренько глазами пробежался. И, как бы так сказать... Ну, я как бы вроде посмотрел, ну, вроде как это нормальная инфа, в общем. Мы сейчас сами на это все взглянем и увидим. Так, ограничения, вот по гомункулу, совет магов. Так, идите нахуй с своим советом магов. Так, теперь мы идем вот сюда. Так, мою порнуху не палить. В общем, вот гомункул. Водяного гомункула, база хп 9200, 760 атаки, 500 защиты... 101 скорость, 0.015. У огненного меньше хп, меньше атаки, но больше дефа. Говно полное, огненный. У ветряного меньше всех хп. Атаки тоже нихуя нет. И дефа. Почему он такой хуёвый-то? Ну ладно, может скиллы хорошие? Так, для начала мы откроем Magic Ray 1, Magic Ray 2, Magic Ray 3, Skill 2.1, Skill 2.2. Как бы мы тут ничего нового не увидели. Окей, Google, а что дальше? Так, ладно, хуйня какая-то. В общем, вот, первый, по поводу первого скилла. Если... Так... Я вот как бы вообще в этом сам не совсем разобрался. Скилл 1, то есть 380% от атаки. Это нормально. Так, смотрим дальше. Дамаг плюс 5, дамаг плюс 5, дамаг плюс 10, дамаг плюс 10. Окей, не совсем ясно. Скилл 2, 580 атаки, КД 3 хода, плюс скиллапы.
Скилл 3. 800% от атаки. Это пиздец как много, ребята. Это вообще ебанись как много. Кулл-тайм 4. Ну это КД. Скиллап 1.5%. 5% 10. Минус 1 КД. И пассивка 9 ходов КД. Ага. Ладно, окей. Идем. Идем дальше. Смотрим. Первый скилл у огненного. Magic Ray. То есть волшебный луч. Attack the enemy with the power of consider magic. Attack the enemy target continuous damage for one turn. В общем, вы ебашите типаню невероятным лучом волшебства и имеете 50% шанс повесить доту на один ход. Как бы ничего интересного. То есть урон, видите, 380 от атаки. То есть, ну, первый скин ничего впечатляющего. На второй стадии, так, давайте посмотрим, что эти стадии дают, я как бы сам, я говорю, я глазами пробежался, я это все не читал, не переводил, ничего, то есть все это как бы для вас на видео. Стадия вторая, вот, то есть во второй стадии смотрим, что он получает, 1-1, я если честно, даже с этими стадиями сам еще не совсем разобрался, мы сейчас в этом все вникнем. Атакует врага, наносит... доту, короче, вешает доту также, но получает бонус от скорости атаки. Вот это вот уже на самом деле круто, то есть он превращается в термоса, если на 1-1 его прокачать. Так, окей, идем дальше. Если прокачать его на 1-2, атакует врага 4 раза, вешая доты также. Окей. То есть, ну, не совсем понятно, а предыдущее усиление остается или нет? Я как бы нихуя не понял. Ладно, идем. Третья стадия. Так, блядь, я в пень въехал. Так, третья стадия. Throw a magic ball to attack enemy and target. Ну, короче, кидает мяч, ну, типа, блядь, сгусток волшебства, блядь, типа мяч. И пробивает защиту с 50% вероятностью. Но на стадии 2-1 он снижает защиту, блять, и чё, но он и до этого ее снижал. Attack the enemy target to weaken the target defense for 2 turns. Но это и было, и чё к чему, я не пойму. Attack the enemy target to decrease, но... Типа, я не понимаю, больше шанс, типа, что он защиту снимет, а если на 2-2 качаешь, то... Еще и замедление скорости атаки типа вешает. То есть, ну, вот, я как бы не совсем понял. Вот смотрите. Сейчас опять попью. Вот смотрите, вот 1-1 он получает, что у него атак спид, да, появляется, короче, ну, привязанный. А на 1-2 этого нету, что ли, или что? Он типа бьет 4 раза, но к атак спиду он типа не привязан или остается привязан? Блять, хуй победи вообще. Я нахуй вообще ничего не понимаю. Первая стадия, вторая стадия, третья стадия, четвертая стадия, пятая стадия. А, я понял, эти дауны, все, забейте, я понял. Эти дауны стадиями назвали скиллы, блять. В общем, смотрите, насколько я понимаю. 1-1, ну-ка, нам эту картинку надо. Magic Ray 1, Magic Ray 2. Вот, короче, в общем, смотрите. Magic Ray, это первый скилл. Он у нас, короче, вот есть. И дальше мы на выбор бьем либо хренотень, которая бьет как у термоса, то есть от атаки, да, от скорости атаки, либо которая бьет 4 раза и вешает доту. Я так понимаю, это мы улучшаем первый скилл. Далее мы берем второй скилл, да, вот third stage, вот это третья стадия. Мы берем, короче, волшебный шар, который ломает броню. И дальше мы его улучшаем. Либо он также ломает броню, то есть, ну, не ясно, наверное, с более высоким шансом. Либо он еще и вешает скорость атаки дебаф. Если я правильно понимаю. Дальше четвертый скилл. Но почему-то это четвертый скилл называется, хотя на самом деле он третий. Attack the enemy target
to weaken defense. The damage increase according to the attack speed. Нихуя не ясно. В общем, бьет врага, ослабляет защиту, и урон зависит от скорости атаки. В общем-то, это круто. Потом идет 2-1-B. Attack the enemy target, weaken defense, increase... И увеличивает, в общем, то же самое, только вместо скорости атаки у тебя 50% атак бара добавляется. Как у обезьяны ветра, только 50. Так. Ну, в общем-то, смотрите, короче, смотрите, в чем прикол. Допустим, в третьем скилле мы волшебный шар, да, вот этот Magic Ball, типа огненный, ну, волшебный шар, будем его называть правильно. Мы выбрали который скилл, который ломает защиту, да? И дальше мы от него выбираем на выбор либо хренотень, которая будет бить от атак спида, либо хренотень, которая будет заливать нам атак бар. Либо мы выбираем штуку, которая вешает замедление атаки, да, Magic Ball, который вешает замедление скорости атаки. И мы выбираем на выбор. Либо хрень, которая вешает брандинг на 2 хода, либо хрень, которая бьет врага 3 раза и вешает также замедление на скорость атаки. То есть, ну тут интересно, кстати, на самом деле прикольно сделано. И последний, пятый скилл, это пассивка должна быть. Так, скилл attack the enemy target to inflict damage. The damage increase, так. В общем, не совсем понимаю. Attack the enemy target. Ну, ты атакуешь врага, чтобы нанести урон. И наносимый урон увеличивается на 20% за каждый лежащий на враге эффект. Окей. И дальше ты выбираешь развитие этого всего. Так. Of boss you and the target. В общем, ваш урон будет зависеть от вашей скорости атаки и от скорости атаки врага. Окей, это интересно. Нихуя, подождите, а 3-2 это что? Лол. Да, конечно, сказали, это пассивка, я не понимаю. То есть, ну вот, attack the enemy target to inflict damage, то есть, атаковать врага, чтобы нанести урон. Но это же пассивка, в чем, блядь, смысл? И то есть, смотрите, 3-2, да? То есть вот этот же скилл 3-2. Attack all enemies to inflict damage. То есть это АУЕ. Он после смерти это делает? Или что? То есть где описание этого дебильного скилла? Или он каждый удар это делает? Или что, блядь? В чем прикол? То есть attack all enemies, то есть атаковать всех врагов, чтобы нанести урон, зависящий от вашей скорости атаки. И вот следующее опять 3-3. Attack the enemy, так, ну так все как обычно. Но 30% за каждый висящий на враге эффект. И вот 3-4, атаковать врага 4 раза, развешивая на него. Нет, это тоже скилл, хуй пойми, вот пассивка идет. Ревайв, так, воскрешается с 50% хп. Когда вы получаете смертельный урон, and falls under the magic power explosion, state for two turns. Сейчас я, подождите, я проведу, я сначала прочитаю, чтобы перевести. The magic power constantly increases damage inflicted to the enemy, but you'll be and die when the effect ends. Ага, интересная тема. Короче, когда бы вам был нанесен смертельный удар, вы воскрешаетесь 50% хп, чтобы разъебать всех, и вы очень злой. И на вас висит, короче, разъяренный пиздец 2 хода. Разъяренный пиздец дает вам возможность наносить врагам на 30% больше урона. Но вы будете без контроля и умрете, когда это говно кончится. То есть, короче, он, если его убили, он ресается на 2 хода с повышением дамага на 30% и ломает всем ёбыч 2 хода и потом умирает сам. Это интересно. Так,
это все про огненного мы читали. Перейдем к ветряному, бля, вообще все запутано. Я знаю, что для кого-то покажется ебаный в рот, нихуя непонятно, что ты несешь. Я сам нихера не понимаю. То есть, как бы, для меня это такой же пиздец, как для вас это выглядит. В общем, перейдем к ветряному ублюдку. Я не, как бы, вроде как более-менее разобрали, что к чему. Так, вы пиздите типа, короче, вешаете на него крест. Окей. Усиление первое, ударяете 3 раза, вешаете крест. Ну ладно, окей. И усиление второе, вы также вешаете крест, но бьете от максимума хп врага. Или как, стоп. Destroy the enemy max HP by 10% of the damage deal. Что-то я в пень въехал, подождите. Вы снимаете 10% максимального хп от нанесенного урона. Что, блять? Бля, вот эти формулировки нихуя непонятные. Ладно, хуй с ним. Короче, тут просто написано так, что вы отнимаете 10% максимального хп от нанесенного урона. То есть, чё, блять? Пиздец, короче. Так, ну выкидаете. Ну опять, короче, этот волшебный мяч, который ломает броню. И то есть, первый вы снижаете атак спид, усиление первое, второе, вы станете цель. С 50% шансом. Ну как чё джигенько вообще прям. Я как раз ветвяного, кстати, брать хотел. А что-то огненный посочнее выглядит. Так, ладно. Смотрим следующие какие усиления. Может, все-таки все не так плохо. С пассивкой тоже хуй пойми, блядь. Ладно. Атакует врага. Снижает скорость его атаки. И вешает брандинг на 2 хода. Это первое усиление. Второе усиление на выбор, которое нам предоставляют, это ударить 3 раза и снизить скорость атаки. Говно какое-то полное так. Сейчас, секунду. Атакует врага. Станет цель. И уничтожает хп на 30% от нанесенного урона. Вот это вот уже, кстати, серьезная тема. Так, атак за enemy target. Застанет цель на 1 ход. Атак за enemy target. То стан на 1 ход. И что, блядь? Чё, блядь, вообще, чё к чему? У него скиллы, блядь. Этот скилл станет, а этот скилл станет на 1 ход, а вот этот скилл тоже станет на 1 ход. Охуенный, блядь, персонаж. Вот это, блядь, то, что нужно мне. Так, в общем, следующий скилл, хуйня какая-то, если честно. Следующий скилл. Атакует врага, нанося ему ей-бо урон, короче. Который на 20% больше бьет за каждый лежащий на враге эффект. Это вот, блядь, уже интересненько. Как у предыдущего, блядь, да вы что, нихуя себе оригинальность. Атакует врага 3 раза, ломает броню, вешает брандинг. И написано, a huge dick damage will be inflicted in the end. То есть, гигантский, просто хуиный урон будет нанесен в самом конце, что? Видимо, эта штука будет много бить. Но это про нее, по-моему, написано, что 800 мультиплеер у нее 800, это пиздец, как много. Вот эта штука должна бить вообще люто, блядь. Рандомно атакует врагов. Так, сорян, я это громко, наверное, сказал. Так, рандомно атакует врагов 5 раз. The inflicted damage increase. Если бьет в одну цель, то урон увеличивается. Насколько увеличивается, ничего не написано. Так, следующее, атакует врага, разрушает его душу, короче, прям вообще петрушит его в душу, нахуй, на 50% от максимума хп от нанесенного урона. Угу, ладно, круто. Наносит урон врагу. И если он был убит вот этой хуйней, его нельзя резнуть, ну как у Хеллы ее огненной, грубо говоря. Пассивочку посмотрим. Также ты воскрешаешься с 50% хп, чтобы быть нахуй
невероятно сильным, два хода. То есть пассивка точно такая же. Ничего я тут как бы не увидел. Ладно. Переходим к водяному мудиле. Так. Атакует врага и имеет шанс заморозить его 15%. Так, атакует врага и может снять эффекты положительные и также заморозить. А это что? Атакует всех врагов с шансом заморозить их. Вот это интересно. Шанс маленький, конечно, говно полное, но как бы ауе, прикольно. Так, кидает волшебный мяч, который снижает броню. Ну, то же самое. 2-1 то же самое. Атакует всех врагов. И декрис зеро так барбой 30% с 50% шансом. Вот это на самом деле жестко для башни, допустим. Его в диспее родить. Да даже на арене, в принципе, может быть жестко. Хотя там урон вроде, блядь, небольшой. Ну не знаю, в общем, вот этот водяной интересно для башни выглядит точно. Так, читаем дальше, что у него есть. 2-1, атакует всех врагов. Но, подождите, стоп, а какой смысл, блядь, в нем в башне? Не знаю, это для новичков, наверное, блядь, потому что, ну, все башни и так проходят, в чем смысл? Ладно, хуй с ним. Атакует всех врагов, ломает защиту на два хода, хорошо. Атакует всех врагов и наносит урон пропорциональный его максимальным ХП и ломает защиту. Это, кстати, тоже в башне актуально очень даже. Вот это вот удары от ХП. Это в башне на самом деле жесткая тема. Так, ладно, дальше читаем. Атакует. Нет, стоп. 2-1 атакует всех врагов, ломает защиту. А 2-1-Б атакует одного врага. Да, я неправильно прочитал. Но от максимального здоровья ломает защиту. А 2-2, короче, это атакует всех врагов и срезает их атак бар. Так, ну это то же самое, что и было до этого. То есть ничего не изменилось. Так, а теперь 2-2-Б, блядь, что? Атакует всех врагов 3 раза и снижает их атак бар. Но вот это вот, которое 3 раза... Мне кажется, это круче, потому что против русалок это более актуально. Так, переходим к последнему скиллу, который больше всего бьет. Наносит урон одному врагу, ну и как бы также 20% за каждый эффект. Усиление. Атакует всех врагов. По один turn according to the numbers of enemies defeated. Атакует всех врагов и снижает кулдаун твоей пассивки на один ход за каждого убитого врага. А в чем смысл снижать, подождите, если как бы, если ты умираешь? Здесь, я думаю, формулировка какая-то тупая. Ну ладно, мы еще вернемся к пассивке, я не совсем понял. Так, ладно, продолжим по скиллам. Attack the enemy target, inflict damage proportional to target max HP. Ага, вот эта штука для башни тоже, кстати, на самом деле неплохая. Боссов пиздить. Ебашит врага и одного врага. Бьет от макс ХП и снижает его атак бар до нуля. Это тоже как бы ебашить врагов. Ну или, допустим, какого-нибудь термоса можно там въебать, например, тоже нормальная тема. Так, 3-3. Attack all enemies, inflict damage and freeze them for one turn. Атакует всех врагов и замораживает их на один ход. То есть это будет... это что-то типа как Оверада, я так понимаю, 100% заморозка. И 3-4. Attack all enemies, развешивая на них доты... На два хода, это, кстати, круто. Один continuous damage effect is inflicted additionally for each harmful effect on the enemy. И за каждый уже висящий эффект он добавляет еще раз доту с 50% шансом. Ну это как бы уже для башни такой прикол, я не совсем понимаю, что к чему. Что-то, да, что-то меня это смущает. Как бы это чисто под башню вот этот скилл последний.
Давайте вернемся к пассивке, опять же. Not Elemental, Not King. Что, блядь, этот роллинг такой? Воскрешается, так. Your inflicted with the... Я просто хочу перечитать, у меня в голове не укладывается один момент. Under the Magic Power State for 2 turns. Magic Power Explosion State will increase the damage inflicted to them by 30%. But you... Вот это вот концовка. But you will be uncontrollable and die when the effect ends. Вот смотрите, короче, смотрите, в чем прикол. Но... Вот читаю, да? То есть, как бы, вы ресаетесь, на вас висит баф, который висит 2 хода. Он увеличивает ваш урон на 30%. Но, типа, вы становитесь не... Ну, типа, вы, типа, становитесь crazy, то есть, типа, вы ёбнутым становитесь. И когда эффект закончится, то есть, but you'll be uncontrollable and die when effect ends. То есть, это говорит о том, что, когда эффект кончается, ты, сука, сдохнешь. И переходим к, к замечательному скиллу 3-1. Да. Переходим к замечательному охуенному скиллу 3-1. Вы атакуете всех врагов. Ice Explosion, то есть взрыв льда, ледяной пиздец, ледяной армагедец. И за каждого побежденного врага вы снижаете КД пассивки на один ход. И в чем, сука, смысл? Даже если ты бахнешь четверых дебилов, да, на арене, то у тебя еще 5 кодов ХД на ней. 5 кодов ХД. Блять, 5 ходов КД, господи, я уже запинаюсь. 5 ходов, 5, блять, сука, 5 ходов КД на нее. И проходит 2 хода, это 7, а у нее КД 9, и ты сдох. Круто, охуенный скилл. Круто, блять, на тебе повесил баф, ты сдох, и нихуя тебе не помогло. Че, блять? В общем, много нюансов по поводу скиллов пока. То есть для башни очень вкусно выглядит водяной. И возможно под Тиану очень вкусно тоже выглядит водяной, вот это снижать атак бары. Это на самом деле тоже выглядит достаточно интересно. Как чистый наноситель урона, как по мне, лучше всего выглядит огненный пока что на данный момент. Ветряной пока вообще выглядит помойно, то есть вернемся по поводу скиллов. То есть, как видите, первый скилл 380 атаки, второй 580, третий 800, четвертый пассивка. Ну, не совсем, короче, ясно, как все это будет выглядеть. То есть, я надеюсь, до кого-то я донес какую-то инфу, которую и проясню что-то по поводу сраного гомункула. То есть, для меня самого все осталось немного смутно, немного скомкано, немного нихуя непонятно. Более понятно будет, когда это все дерьмо выйдет. Я обязательно, если я еще к тому времени буду записывать видео, я обязательно запишу по поводу, ну, как бы, как собирать гомункула, или что там, или, блядь, что из себя гомункул представляет, или что-нибудь в таком духе. То есть, я как бы все это обязательно запишу, попробую рассказать свои мысли, свои чувства по этому поводу. И... Не знаю, как бы, хуй знает, короче, увидим, ждем обнову, все это сами увидим. Магазин, давайте посмотрим, нихуя нет в магазине, это старый магазин, я его уже проверял. Что там выбили, что за хуйня, не знаю. В общем, не знаю, короче, вот такой видак получился. Я знаю, что скомканно, я знаю, что смутно, но я сам нихуя не понял, если честно, по поводу этого гомункула. То есть нужно, чтобы он вышел, чтобы понять, как это все будет выглядеть на самом деле. Из того, что я понял, это просто ты качаешь ветку, и от определенной ветки у тебя разветвляются дополнительные таланты. То есть ты должен выбирать грамотно, то есть какую композицию ты хочешь составить. Одно ясно точно, что водяной гомункул в башне будет жесткий. И давайте, как бы, я буду его называть не гомункул, а гомо. ГМР, короче, будет ГМР наш, нахуй. В общем, водяной ГМР точно в башне будет жесткий. Кто еще где будет, не знаю, в рейдах, я думаю, огненный будет лютый. Не знаю, ветряной пока хуйня полная выглядит. Я хотел сделать ветряного, потому что у меня нет персонажей ветра нормальных. Вообще, кроме Люшена. И как бы, ну и Камтуас, как обычно, меня подъебали.
То есть сейчас водяная мета идет сейчас в игре, водяная, ветряная. То есть оптимальный персонаж это ветер. У меня нет такого. Я думал, как бы, что вот гомункул это сможет исправить, а ну как бы хуй в жопу. Хуй в жопу, ветряной гомункул говно, по-моему, полнейшее. В общем, короче, не знаю, что тут размусоливать. Не знаю, говорите, кому что понравилось, кому что не понравилось. Такая вот инфа вышла про гомункула. Всем спасибо, всем пока.